Открыл свой бизнес, но не узаконил его или забыл официально трудоустроить сотрудника – получи штраф. Недобросовестных работодателей накануне отлавливали в Заринске. Рейд провела межведомственная группа. Да я только вот, девочки, еще только предпринимателем-то стала. Пока нет, ну вот смотрите, вот сейчас пока. Вы работаете здесь, ага. Сами. А в той торговой точке кто работает? Ну там продавцы, две девчонки работают. А они не трудоустроены? Ну пока нет. С начала года в городе выявили 160 нарушений трудового законодательства. В основном это самовольная предпринимательская деятельность и неофициальное трудоустройство. Чаще всего недобросовестные предприниматели встречаются в сфере малого бизнеса. Парикмахерские, швейные салоны, автомойки, торговые павильоны и ларьки. Сперва с нарушителями проводят разъяснительную беседу, а в случае рецидива информацию о них передают в налоговую инспекцию.